С приходом тепла расцветает торговля на улицах Нижнего Тагила. Разрешение на нее жители получают в городском управлении промышленной политики и развития предпринимательства. Наиболее востребованные места были разыграны через торги. Таково новые условия размещения сезонных нестационарных торговых объектов. Больше всего их в Ленинском районе – 49, в Дзержинском – 36 точек и 21 в Тагилстроевском. Что касается летних кафе, то по данным городской администрации, в этом году их будет всего 6. Могло быть и больше, да с погодой не везет. У нас короткое лето, дождливое. В прошлом году были несколько предпринимателей, которые хотели бы открыть летние кафе. А потом все лето было дождливое. Мы потом начали спрашивать, как вы, какие шаги предпринимаете, почему молчите, почему бездействуете. Они ответили, что как бы невыгодно им, нерентабельно содержать летние кафе, потому что ветра, дожди, люди мало будут ходить. Несмотря на капризы природы, некоторые летние кафе в Нижнем Тагиле уже работают.